В необычном формате в этом году пройдет юбилей Братска. Городу исполняется 65 лет. Вот только из-за пандемии все очные праздничные мероприятия пришлось отменить и перенести их в онлайн. Трансляция программ, посвященных юбилею, начнется 12 декабря в 10 утра и продлится целый день. Сценарий праздника расписан по минутам. В режиме онлайн братчан поздравят известные земляки Александра Пахмутова, Николай Добронравов. Затем эстафетную палочку перехватят творческие коллективы города, которые заранее записали свои номера. После обеда поздравлять Братск будут школьники, телевизионные журналисты и официальные лица. Завершится праздничный марафон в 19:30. Именно в это время засияет огнями главная новогодняя елка города.